Эй, йоу, гейс, с вами Шмики, мы продолжаем проходить игру под названием The Messengers. Так, а если... Ой, не-не-не, тихо. Сейчас, чуть не тупанул и вниз сам и не упал. А там, извини, смерть. Ага, иглогребное помещение. Мне нужно обыскать все и пройти. Так, пока простецки. В смысле, там есть проход. Неужели проход в этих? Серьезно? Отлично. И где это я? Ага, в проходе. Ну, чтоб не столкнули, мало ли, еще сдохну. Что это такое? Ты получил волшебную ракушку. Легенды гласят, что ракушка может помочь своему владельцу услышать зов глубин. О, так, а зов глубин это у нас где? Где у нас водоемы хотя бы были? Ладно, не суть, побежали. А, так тут тоже, а там закрыта была, точнее. Что-то здесь не слаживает. Она вон, оказывается, что. Ну, вон что оказывается. Ой, чуть не зацепил. Так. Где я упустил? Где это место? Блин, что ж, назад со мной бежать? Вот это? Пас. Кайф. Как я его вообще хотя бы увидел? Ой, короче, оп, готово. На фул последних жизнях, ну, ласт жизнях, выжил еще. Лол хп. Люди выживаем на лол хп. Хипе, пожалуйста. Ча-ча-ча-ча-ча. Так, по идее, должен начать с Дайтсвейна. Черт, я думал, я с тех начну. Ладно. Закрепляем. Закрепляем. Оп, оп, оп. Я потерял хп.
Надо посрать. Уже не вернуть то, что потерял. Так, наверх. Так, здесь можно просто пройтись. Так, вниз, вперед. Отлично, просто бежим по прямой. Просто бежим по прямой. Ага, вот сейчас бы я ушел. Мысли у меня. Есть, вон. Бульбушки, я вижу. Как я умираю? А где там проход? А где там проход? А тут показан проход есть. Да ладно, пойдемте до смены. Времени. Мне сюда, да, нужно? Так, окей, отсюда тогда, да? Я грибы здесь получше выглядят. А, проход есть. А, да, тут проход есть. А ну тихо. Сохранюсь на всякий случай. Ноль сложностей. Даже не зацеплю. Ноль сложностей, сказал он. Ноль сложностей, сказал он. Кайф. Как я вообще там зацепился? Почему они такие медленные? Да иди ты в сраку. Нас убьет, да? Отхили меня. Бля, тупой гриб. Молодец, я поздравляю, что ты заработал на мне столько душ. Блин, вот гамнюк. Да, наплевать. Да. Просто понимаете, когда такая херь происходит, он
меня бесит. Поэтому нужно их сразу убивать. Сейчас у меня еще эта херь убьет, прикольно будет. Так, по прямой и там сейчас дойду. Сколько тычек. Сколько тычек прилетело в лицо. Вот это место. Вот это место. Только мне нужно теперь поменять время обратно. Почему? Потому что я тогда туда не попаду. А далеко мне бежать? Далеко. Очень далеко. Ну, как говорится, играть не приходится. Выбирать мне не приходится. Ладно. Получу по голове. Нормально. Посрать. Посрать. Время, блин. Не то выбрал. Наконец! Блядь. А почему отсюда? Да, это жестко. Поспешишь, дураков насмешишь, да? Блин, туда очень далеко. Почему у меня нету именно способности, чтобы я сам выбирал время? То это говно получается. Так, а что меня тогда убило? Да, не что, а кто? Так, окей. Ой. Поехали. Только не придави. Только не придави. Так, окей. Вот, все. Теперь как надо. О, черт. Тут.
Каев, Каев. Каев, Каев. Несложным, несложным. Ни капли. Еще один знак силы получен. Так, теперь мне нужно в горы идти. Или это не голые, голые, голые. Это голые все. Драку иди. Постарать, просто держи вверх. Ну вот эту игру могут некоторые игроки взять за спидрань, я думаю. Так, сохранился. В смысле? Она здесь повторно? Да, может, и одержал победу в нашей дуэли, но мои иглы-грибы не оставят попыток одолеть тебя. Да, может. А если я сюда приду, когда... Вот так. Давайте я таким образом пойду туда. Это сейчас у нас что? Горячие скалы, да? Горячие скалы. Поехали. Просто проходим повторно локацию. Если что, я еще в игре посмотрел. Ну, еще когда тут про зернышко чекал, да? А здесь у нас еще 5 боссов есть. Такие вот у нас новости. Такие вот новости. Ай. Я смотрю, чтобы не пропустить то, что мне нужно. Так. Наверх. Надо не сдохнуть. Так, и вот здесь у нас значок силы. Ауч. Ауч, почему я его решил ударить? А ладно, все равно. Я сейчас сделаю все быстро. Да, с получением урона, но быстро. Готово. А зачем мне проходить без урона? Я могу быстро сделать с уроном. Плюс еще буду и фул. Так, вверх, 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 потайной ход. Здесь потайной вход вниз. Ну, пойдемте наверх. Что мне остается делать? Ай-яй-яй. Демоненок, может, я пора исчезнуть? Так, сохранились. Вперед. А, вот эти их, я не пойму. Они типа такой чисто, где я нахожусь. Жесткие, жесткие.
Ой, за мной собачки гонятся. Так, пока что иду правильно. Ой-ой-ой. Нет, нет, нет. Нет, 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 нет. Ауч. Так, за хилом я не пойду. Выше. Это у нас что за проход? Секретный проход с деньгами. Мне только нужно 2000 и все. Пипец. А вы здесь? Ага. Душ много нужно. Ну и душ. Прыжки вот эти. Я даже не знаю, как мне здесь пройти. А ну. Тихо. Не, хотя у меня есть догадка, смотрите. Оп. И все. Ой, стоять, это же горячий горы, мы сейчас вам еще вырастим этот чертополох. А куда я полез? Стоять. Что-то я уже пошел не в то русло. Я пошел что-то не в то русло. Мне нужно наверх. Так, вот отсюда? Нет, не отсюда. Отсюда? Нет. Значит, как-то здесь. Мне нужно подняться наверх. Больше про... А, проход еще здесь есть. Вот так, да. Блин. Блин, сложновато понять маршрут. Ой, здесь еще должен быть один точно, который боится высоты. Точно один должен быть, который боится высоты. Черт. Та ёлки-палки. Ауч. Выше, выше, непонятно куда иду. Сохранение прошло. Непонятное место, что это за чудовища летают. Ага, стоять, вот. Вот-вот-вот, что мне нужно. Теперь мне нужно верну... Или нет? А ну-ка.
О, две тропинки, давай сюда. Проезд. Давай сюда. Порталыч, мы открыли с вами. Порт. Неужели это падение в ад? Нет, это грибная роща какая-то. Да ёлки, а где это проход был такой? Нет, я проход такой пропустил. На карте тоже не обозначено. Вон, побежали. Так, это... я тогда просто не пошел, ладно. Да, это я залупил тогда. Ай-яй-яй, а как мне тогда достать этого челика? Я по лаве ходить не могу. А чтобы демон мне написал сообщение, о, ты решил искупаться в лаве? Какое умное решение. Я не хочу слышать. Но вариантов у меня больше никаких нету. Только так я могу пройти сюда. А тут уже никак. Да, здесь я просто вздыхаю. Почему отсюда? Боже, я ж сохранился, там врата эти прошел. А я по лаве ходить могу. Я не могу ходить по лаве. А, стоять. Хотя... Я все вру. Так. Пойдем в таком обличии. В чем заключается сейчас моя идея? Я поднимаюсь наверх. Сажу, короче, цветок. А вниз я спущусь через врата. Ты получил чертополох силы. У нас здесь есть веревка и котел. Что у нас получается с семечком? Реально семечко. Клубку. А я не знаю, где эта клубка находится. Все-таки тогда. Уйдет немало времени, прежде чем оно здесь прорастет. Я его не посадил, да? Почему я сейчас в этом времени? Я в будущем, что ли, сейчас нахожусь? Походу, да. Вот я тупанул, вот я тупица. Я в будущем находился.
Так. Сейчас, знаете, сделаем как? Убьем одним выстрелом двух зайцев. Охраняемся. Идем сюда. Смотрим. Прошу прощения, что кроха? Можно мне воспользоваться самым уголочным вашей клумбы? Мне нужно посадить одно семечко. Не вижу никакой проблемы. Возражения сил? Никаких нет, Ачи. Чувствую себя как дома, кроха. Изи. Теперь мы возвращаемся. Так, мы вернулись. Так, стоять. Куда я бежал? Что я рванул? Вперед, как не знаю кто. Вы сейчас издеваетесь? Тихо, я понял. Нет, я ни хера не понял. Как мне это провернуть дело? Ладно, давайте, короче, это провернем дело в следующей серии. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.